Здравствуйте, я Алексей Носов и это шоу «Дерьмовости». Сегодня у нас уже четвертый выпуск. Итак, сегодня у нас рубрики «Дерьмо неделя» и «Дерьмо деградация». Начнем. И первая новость данного выпуска такая. Мальчик изнасиловал подушку своего друга, а друг застрелил мальчика из пистолета «Нерф». Друга мальчика задержала полиция, и его посадили на пожизненно, но решили посадить на 8 лет. Блять, они дауны. Ладно, насрать. К другим новостям. А вторая новость у нас такая. ХМ. Секунду. Пингвины, которые набухались, опять набухались. Блять, ну опять. Вы заебали, что такое с нашим миром? Сука, и оператор Витя, и репортер Вася тоже, пиздец. Ладно, спокойно, не будем обращать на это внимание. К другим новостям. Третья новость. В компании Oriflame придумали новый способ. Насрать под дверь. В случае отказа покупать или не слушать слово «Здравствуйте», мы представляем компанию Oriflame, или в случае посыла «Нахуй» отвечают «Жопу почесать не хотите» и закрывают дверь. А после закрытия двери представители компании срут под дверь. К другим новостям. А четвертая новость у нас такая. Взорвали Мухосранск ядерной бомбой. И оттуда вылетел пидор с лесбой. Они единственные остались живы и наконец стали натуралами. Ура, блять. Наконец-то что-то нормальное в нашем мире происходит. К другим новостям. Пятая новость у нас такая. Томас Лох, который объелся блох, сел на лавочку и сдох. К другим новостям. Шестая новость такова. Вражки-парашки хотели зафиксировать и немного снизить цены на топливо и бензин. В середине апреля и в начале мая сделали 40 рублей за 1 литр, но позже снова увеличили цену. Ну почему, блять? В стране жрать нечего, и денег у пенсионеров мало. Путин, помоги. Ну что же, теперь рубрика «Дерьмодеградация». Сегодня мы поговорим о спиннерах, это такая херня. Короче, берешь и вращаешь спиннер, в редких случаях может ворваться в ваш дом Якубович со словами «вращайте барабан». А сейчас слово эксперту. Здравствуйте, я тот же самый гений Какал. Сегодня у нас разговор про спиннинги. Эх, обожаю рыбалку. Кто это, блять? Выгоните его и дайте ему в ебасас. Ну а ты, зритель, скорее ответь на мой главный вопрос. Блять, мусора. Тьфу ты, охраяна. Я же настоящий эксперт по деградации и трендам. Попизди мне тут, мудак ебаный. Итак, все нормально. Евгений, сюда вас. Здравствуйте. Я эксперт по деградации и трендам. Меня, как обычно, зовут Евгений Кал. Сегодня мы поговорим о спиннерах. Это вертящиеся штуки. Крутите себе эту хуйню и вам заебись. А сейчас анализ этой хуйни.
Итак, голоса подсчитаны. Прибавляется 54% за снятие стресса. Прибавляется 32% за интерес. Уменьшается 41% за то, что вы, как ебанутый лентяй, крутите и на вас смотрят, как на дегенерата. По крайней мере даже сейчас, в 2018 году. Уменьшается 37% за этот уже давно забытый тренд. Итого, 8% из 100%. Эта штука выбывает из рубрики и становится дерьмом. Спасибо огромное за участие в рубрике, Евгений. А мы заканчиваем выпуск. До скорых встреч и ждите нового выпуска. У нас небольшая новость. Этим летом шоу «Дерьмовости» будут выпускаться чаще и дольше. А я знал, что вы после титров переключите на что-то другое. Лучше смотрите выпуски до самого конца. Ну а теперь до встречи.